Это не просто жесты, это предложение руки и сердца. Сергей предлагает Анне выйти за него замуж, и она соглашается. Им обоим по 19 лет, они дружат со школы. У обоих приобретенная глухота. Но это ограничение здоровья не помешает им создать полноценную семью, говорит мама Сергея. Хоть люди говорят, слышат, они не понимают, они все не понимают, все, они больше нас понимают. Они очень сердобольные дети. Просто жалко их. И я ничего не могу сделать. Наталья хочет, чтобы регистрация стала для пары настоящим праздником. Правда, устроить торжество она не в силах. У семьи нет денег. Наталья одна воспитывает сына. На работе женщине задерживают зарплату уже не первый месяц. А у невесты из родственников только 77-летняя бабушка, которая едва ли поможет. Аня росла в интернате. И сейчас девушка мечтает о красивой свадьбе и белом пышном платье. Какое хочешь платье? Платье какое? Нарисуй. Да. Не знаешь, какое? Не знает, она сама не знает, какое хочет. Но жениху и невесте не на что даже купить самые простые обручальные кольца. Сергей и Аня живут только на пенсию по инвалидности. В деревне их никуда на работу не берут. А регистрация в ЗАГСе запланирована уже на 2 июня. Тем, кто хочет помочь влюбленным осуществить мечту о настоящей свадьбе, можно связаться с мамой Сергея, Натальей Гладких, по телефону, указанному на экране. Ксения Иноземцева, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.